Еще Владимир Путин внес уточнение в законодательство, регулирующее полномочия министра по развитию Дальнего Востока. Соответствующий указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, и сегодня он вступил в силу. В соответствии с указом глава ведомства освобождается от должности полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Напомню, отдельное министерство по развитию этого региона было создано в мае 2012 года. Новую структуру возглавил тогда полпред Виктор Ишаев. В сентябре 2013 его сменил Александр Галушко, но только на должности руководителя ведомства, поскольку вопросы развития Дальнего Востока президент поднял на уровень вице-премьера, назначив замглавы правительства Юрия Трутнева своим полпредом в регионе.